Несмотря на преодоление пика эпидемии в регионе, смертей от ковида еще очень много. В отдельные дни в последние две недели было до 17 умерших. По мнению медиков, статистика по летальным случаям в ближайшие дни вряд ли улучшится, и этому есть объяснение. Мы сейчас наблюдаем более высокие цифры по смертности. Мы считаем, что это связано с тем, что 2-3-4 недели назад у нас был пик поступлений. То есть и мы сейчас имеем дело с тем количеством пациентов, которые в тяжелом состоянии поступали до месяца тому назад, которые длительное время находились в наших отделениях реанимации. То есть сейчас состояние было тяжелым, так скажем, лечение шло с переменным успехом. Вот сейчас мы имеем дело именно с этими смертями. Еще в ближайшую неделю, я думаю, мы будем иметь дело с этими пациентами тяжелыми, которые длительно лечились. И цифры будут, может быть, неделю будут такими повышенными.